Что, наше тесто простояло в холодильнике полчаса. Вот такая у него консистенция, густая довольно-таки. Нужно хорошо перемешать сейчас ломничком. Сковорода у меня уже нагревается на среднем огне. Для первого блинчика мы добавим немного сливочного масла. Сковородка у меня такая, не блинная, потому что мне нужен небольшой диаметр блинчиков, чтобы было красиво их формировать, сервировать. А моя блинная сковородка слишком большого диаметра, поэтому придется жарить на такой, не совсем блинной. Так, ну что, давайте попробуем испечь блин.